Ну что ж, всех приветствую. Продолжаем игровой вечер на SL TV Star Series и матч StarLadder и MidYoMakers. Команда из Польши под предводительством всем известного Цибули, которого прозвали, ну, которого так называют вообще все игроки, а Старикс вдвойне его любит. Вот надо пики-черки карт смотреть. Если бы можно было, конечно, показывать, было бы здорово. Вы бы были явно с хорошим настроением после небольшого общения чата. MidYoMakers, друзья, Лурд, Мичу, Гипер, Миниск и на Цент, Эйса, Сайра, Литл Торнадо, Тихон, Флай. Только что эта команда не смогла пройти. Так, Панда, там какой-то спектатор зашел веселый. И с ником Мижган, Мос Область. Вот так вот. Это, по-моему, друг команды Эйсас, наверное. Ну, мы посмотрим его профиль сейчас. Да, действительно, Михаил Фомин. Фомин, да, как... Russia Team Official состоит в группе Russia Team Official. Three members. Вообще мощно. Плюс реп Good Trader написано. Ладно, друзья, ну что ж, тикует у нас наконец-то левого спектатора, который залетел. Мы ждем сейчас пиксайда с вами. Или сайт пика, я не знаю, как правильно назвать было бы все это дело. И... что ж, рестарты, ножи. Будем смотреть, за какую сторону будут начинать Aces. Совсем недавно, друзья, эта команда устроила фурор в матче с шведским НИП. Они действительно выстрелили на все 100. И было видно их старание, то, что эту карту действительно парни играют. Все закончилось со счетом 16-11, если мне не изменяет память. В пользу, конечно же, шведского НИП. Но те 11 раундов были нереально мощными. И каждый, наверное, из игроков команды Aces показал в каких-то раундах свой максимум. Кто-то допускал очень много ошибок. Но, тем не менее, шведский НИП и 11 раундов — это хорошо. Здесь соперник попроще, полегче, но, несмотря на это, команда MidYoMakers играет карту Денюк, и у них есть очень... ну, у них есть не то чтобы что показать есть у каждой команды. У них есть действительно чем убить и задавить и перебороть, при том, что эти парни играют на волевых очень строго, сурово. И вот на найф-раунде, как видим, у нас проблемы возникают у мумов сразу, походу... Ой-ой-ой-ой-ой, мини-сисик бежит, спасается бегством. Ой-ой, я запнулся об дверь, Айра его наказал. В спину ха-ха, говорит. Смеется, смеется, посмеялся, конечно, с такого. Ну, понятно, что... понятно, что не всегда получится на уровне убежать. Видимо, забыл он о том, что все-таки надо немного еще и ждать. Когда пока дверь откроется, прежде чем в нее пытаться втыкаться и как-то менять... ситуацию. Но в любом случае, MidYoMakers не повезло уже. И они играют knife round. Это, собственно говоря, очень суровое. Ой, knife играют в атаке, а knife round играют плохо. И вот сейчас первым пистолетом будет еще сложнее, чем в knife раунде. Давайте смотреть. Так, Innocent. Мичу номер 9. И, так, интересный у него здесь поворот. Так, декой на будку, проход под рампы. Ну, смотрите, готовят выход втроем на рампы. Мечу первый спаун. Aces готовы принимать это дело все втроем. Не знают об этом поляки, идут дальше, и падает бомба, что, собственно говоря, сулит анал-карнавал для польской команды. Ну, тут Ковальский. Ой-ой-ой-ой-ой, развернули с улицы, и мини-сисик просто! Мини-си, ого-го, себе команда Aces просто берет и получает... сейчас, и посмотрите, что в чат пишет Литл. ХП. ХП. Лурд. А у тебя сколько, Лурд, братка? Это жесть, друзья. Ну просто же... на ровном месте команда Aces принимает просто ультра-выход на рампы, убивает троих игроков польской команды и отдается одному мини-сисику. Каким... как это получилось и как произошло, вы, собственно говоря, видели. Но я не понимаю, что же с Aces сегодня не так. С нипами играли, прямо бодрые были, а вот тут как-то не заходит. Ладно, давайте смотреть. Миниск минус Тихон продолжает серию фрагов. Это уже его за два раунда просто. Четвертый в минус, и если я не ошибаюсь, да. Ну, троих заколбасил, просто закабанил. Пистолетным. Борьба с Литлом, поджим от Торнадо. Но у поляков, как у поляков. Все схвачено, все прикрыто, все поджато. Никто никуда не может отойти, никто ничего не может противопоставить их железной игре в атаке, кроме вот аэродинамика, которая сейчас что ни на есть, как не знаю, как какой-то Зорро наказывает из-за угла. Хоп, я выскочил на него из-за угла. Ну и с Ковальским, наверное. Да, с Ковальским шутки плохи. Лурд Ковальский в паре расправляются с Аэро, забирают перекрестным огнем. 2-0. 2-0, Aces
1-9-2-2-3-1. Ну вот покупали, конечно, ЦЗшки на первом пистолетном, но не брали армор. Лучше бы взяли армор и остались бы сидеть на всей бандой. Было бы куда круче и продуктивнее, по-моему. В общем, будем надеяться, что если к первому девайсному все-таки вспомнят, как играть на этой карте. И вспомнят вообще, что такое тащить на нюке и играть без ошибок. Ну, у меня прямо глаз радовался в первом пистолетном, друзья, когда трое игроков Aces так удачно встали, и пришла еще хелпа. Ну, вот было двое, пришел третий из-под маяка, и принималась эта козырная пистолетка от Meet You Makers. Но вот когда Миниск дал три головы, сразу что-то вот радость в моих глазах куда-то убежала, и настроение стали уж совсем депрессивными. Ладно, смотрим торнадо, ЦЗшка у него под окном стоит. Враг планеты всей. И обошел. Обошел. На маяк, походу, сейчас будут залезать игроки атаки, как я понял. Да-да-да, это... Все, уже на девятке, уже двое на цент. Радио. Опа. Не дает убежать Литлу. Торнадо. А вот еще с двумя что ты будешь делать? А, Миниск начинает тут все. Включил детектор. Детектор спавна и ищет сейчас свою жертву, но жертвы нету. Так, отдается эра. Ну вот все идут на иноценты сегодня. Иноцент, ай-яй-яй. Еще и третьего заколбасил, минус флай. Ну и, в общем-то, Миниск все-таки нашел торнадо. 3-0, вообще без проблем. Ну, потеряли только Мичу, который, по сути-то дело, нормально отыграл. Умер не потому, что не прочекал, а как раз потому, что прочекал, но плохо прочекал. 3-0. Что ответят сейчас Aces, я не знаю. ВП берет Литл, это уже интересно. Вот улица начнется, наверное, с него. Хотя он у нас играет из-под девятки. Вот в матче, да-да-да, будет играть как в матче с непами. Пассивка улицы, короче, от Aces. Укрепление апа, чтобы избежать польских раши. И, конечно же, пас-суппорт на рамп. Литл, внешка, смотрим. На улице сейчас важный момент будет. Если откроет счет в раунде, будет хорошо. Но Ковальский и поляки вообще как будто чувствуют. Вот капитан команды Meet You Makers дал Ковальскому команду просто ждать, сидеть. И он, посмотрите, сидит и ждет поджима, понимая то, что там, скорее всего, авик. Друзья, ни одна, ни другая команда, ни Aces, ни Meet You Makers не выиграли пока ни одной встречи в рамках Star серии в этом сезоне. Вот мимы идут 0-4, 0-3 идут Aces. Но вот в этой встрече все может поменяться, и у кого-то будет либо 1-4, у кого-то будет 1-3. Так, поздний выход от Ковальского. И Литл его разваливает спокойно. Но он был один, Литл закидали флешками. За раскидкой точки А, смотрим за флаем. На будке спокойно расправляется с мячу. В этот момент на рампах пытался одновременно оказать супер давление. Но мумам не дают играть парно по позициям. И вот Лурд в такую неловкую ситуацию попадает уже в конце, когда бомба на точке. И, вернее, на точке пытался ее принести туда. Ну и Aces берут первый девайс на раунд. Что, собственно говоря, очень-очень хорошо. Задается темп игры, и темп игры будет за ними, если они еще второй подряд возьмут, и тогда все будет уж очень круто. Просто очень круто. 6-1 Миниск после пистолетного. Meet You Makers вряд ли сейчас стоят какие-то грандиозные планы на этой карте в атаке раскатать Aces в пух и прах. Задача, скорее всего, проста, банально, как у любой другой топовой команды. Просто набрать минимум. Так, ну что ж, выход вниз. Ковальский, блейд, торнадо, эра, размен. Игра под флешку. Ну, вот неудачный выпад. Дают уйти ему. 98 хп остается. Еще и на реладе. Его даже поймать не посмели. Aces занимает позиции на закрытом. В упор заходит Тихон. Но вот, играя на контакт, как видим, со стрельбой не справляется. Неаккуратный молодой человек. Миниск будет, кстати, запирать все это дело в спину. И посмотрите, Миниск заходит на плент. Видит на маяке флай. На маяке на лохах. Забирает его. Ну и Миниск, занимая аплент, просто дает инфу своей команде. Meet You Makers разворачиваются, идут забирать четвертый раунд на аплент. Опа-чо, опа-чо. И у Aces проблемы. Просто огромные проблемы. Скорее всего, это сейф девайсов, наверное, и в сухую даже не будет влезать. Смысла нету. Попытка нашего рамп. Пока без результата. Так, Мичу. Аэра минус Лурд. Ну, сейв будет продолжаться, соответственно. Смысла никуда не отойти. Просто у Литла ВП X2 у Эйра. И вообще, шансы засейвить очень хорошие. Но что-то вот Миниск съел сегодня, по-моему, какой-то развалин или разверин, я не знаю. В пистолетном минус 3. Здесь просто против перекрестного огня зажал, навелся, показал. Три раунда преимущества за командой Meet You Makers.
Так, ну и шестой раунд первой половины. Как мы с вами видим, все пока что очень-очень и очень непонятно. Так, Ковальский на цент. Ну, трио прошло по улице, флай из дыма подловил на цент, упала бомба, но для Aces это на самом деле ни хрена не хорошо. В спине, как всегда, миниск, и миниск, ох ты ж, не убивает. Торнадо ждает своих врагов на маяке. Непонятно, почему сейчас Metal Makers на самом деле так разнобойно играют, когда, по-моему, ситуация более чем АБЦ. Так, ну вот миниск дочекал торнадо, все, игра от будки. Состав ХП сохраняет просто двух игроков защиты на... Ну и под весь этот, естественно, расклад очень-очень удобный. Metal Makers просто перемещаются не на маяк, а идут спокойненько на рампы, где встают на вилки. Но вот шанс, будет ли там наглость? Нет наглости, флай минус, нет, флай не дает минус. Тихон убивает, аэро, красный прострел, все, минус 3 со стороны польской команды. Шанс был на самом деле один на миллион, чтобы всех закрыть, но он был как раз-таки вот тут, когда игрок защиты просто слишком поздно пришел закрывать атаку, которая пыталась пройти на Б. Прикол просто... Прикол просто какой? Metal Makers там нужно было времени, секунды 3-4, а игрок защиты бежал очень долго. Ладно, давайте смотреть. Девайсы вновь в руках команды Aces, и надо менять ситуацию в лучшую сторону. Теперь уже просто необходимо, нужно, потому что лузовый минимум у Metal Makers уже есть, и это большая проблема для Aces. Потому что игра с защитой все еще будет. Смотрим на миниска. Открываются под моменталки. Ну, под одну моменталку открываются на рампу, чекают гранату. Особого сильного фурора гранатка не навела. Давайте смотреть, примет ли сейчас флай в паре с Тихоном. Тихон с плента, флай вентили. По левой вилке трое, это жесть. И вот так вот, миниск все-таки... Ну все, миниск злой, я не знаю. Он, у него какая-то аура убийства русских игроков с невероятной точностью. Миниск. Ай-яй-яй. Вот я уже хочу посмотреть матч против HellRaisers. Мне интересно, Дося будет умирать от миниска каждый раунд или... Или нет. Или матч Нави, например, да, тоже было бы интересно посмотреть, потому что там же Сейзед. Сегодня, кстати, видел Сейзеда, завтра уже парни вылетают в Катовице. Сегодня у них еще тренировка, как оказалось, я вообще этому очень сильно удивился. 1-6, 5 раундов разницы, Metal Makers, ну, впереди планеты всей, мягко сказано, но с учетом того, что пока свои 6 раундов они удерживают, это... Уровень не выбивает важнейший, наверное. Выигрывает важнейший раунд на седьмом. Опускают Aces на бабки, как это в простонародье бы звучало. Экономики никакой нету. Торнадо показывает свой великолепный гатнайф. Мичу. Ну и опять без риска. Спокойный холд. Короче, в общем, Aces какие-то сейчас предсказуемые для польской команды. Миниск. Ну сейчас второй хедшот будет от Миниска, да? Не? Не будет? Миниск уже снизу. Все, Миниск разбирает. Миниск не одобряет, падает от эра, жесть, Ковальский, размен, торнадо, ну давайте. Нет, не будет эпика. Так, и там стили за Миниска, торнадо, все, бери девайсы, теперь кроши оставшихся. Это всего лишь, их всего трое, чувак, давай. Их всего трое, ай-яй-яй, как же ты подскользнулся. В общем, развалил его, беднягу, на лестнице. 7-1, и Metal Makers пока что издеваются из раунда в раунд над Aces. Вот я не понимаю, как команда Aces, которая дерется с непами на нюке, на таких морально-волевых суровых, сейчас просто не может показать своей даже, не знаю, вот они даже 50% того, что могут, не показывают. Мы уже с вами видели их в действии в матче против НИП. Такое ощущение, что они как-то посадили вместо себя играть своих подружек или младших братьев и сестер. О, жесть. И... В общем, поляки, все, Миниск идет опять убивать. Ковальский улица против двух не выстоял. Минус Иноцент, минус Ковальский. Миниску не дали выйти, ой-ой-ой, расстроился. Расстроился польский игрок. У него, кстати, на аватарке Гейзенберг. Тихон, минус Мичу. Ну что, 2 в 5, если сейчас пропрутся поляки, я буду вообще очень сильно удивлен. Так, ну Миниск просто так не умирает. Будут его чекать, его в голову. Литл, все-таки закрыл, 2-7. Ну вот уже что-то, но этого мало. Aces пока. Ну, поняли, что могут. Самое главное, вот такой ситуации, когда вас несут, понять то, что вы реально можете брать раунд, просто нужно понять формулу. Формула простая. Перекрестный огонь и никаких выпендрежей со стороны игроков защиты. Самое главное, в аркаду не выходить. Но, в принципе, Aces и не лезли. Так, давайте смотреть. Миниск первый респаун, и это будет улица. Берет АВП. Вот это поворот. Проходит сразу же за красный. И минусует мейн. За красный выпадает торнадо, убивает сверху. Что скажет Лурд?
Дают играть пока что Торнадо. Пошла граната, видит красный. Это Литл. Литл падает. Остается задавить только Торнадо, который по-прежнему за красным. 24 хп его находит Лурд. Минус 2. И вновь Мид Юмейкерс размениваются в первых секундах важнейшего раунда для Aces. Но тут уже минус мораль просто будет, если сейчас кому-то из Aces не повезет. Fly up. Лурд проходит уже, по-моему, там длинный, если я не ошибаюсь. Да, ну, готов, по крайней мере. Просто ждет выпадающего на мейн. Ну, а польская команда оставшимся звеном из трех игроков пытается раскидать будку и подготовить апленд. Разносят дверь. Так, ну вот флай, если нет, не принимает флай, но оставляет красного Ковальским. Был бы тихон в перекрестном огне, все было бы очень и очень хорошо. Ну, а так мы с вами видим, что шансов у тихона нету. Размены на улице и попытки сыграть агрессивно заканчиваются ничем. Вот, посмотрите, какое у него лицо. Ничем, почему? Потому что делают раунд, да, который может работать против, на первых секундах, например, он может сработать против НИП, которые, чувствуя свое ингейм лидерство и превосходство какое-то, да, игровым авторитетом давят и чувствуют то, что оппонент их просто не примет, бегут по улице, сломя голову. И вот против НИП в такой ситуации, конечно, да, раунд работал. Здесь Mid Makers, которым просто необходимо выигрывать сейчас на StarLadder все свои оставшиеся матчи, иначе они могут даже попрощаться со старт-серией, если... Ну, если, конечно же, у них все будет плохо, но я уверен, что у них все будет хорошо. Так вот. И Mid Maker спокойненько, с подсадочки, с уверенной игрой Миниска, с ВП непредсказуемой, разбирают этот поджимчик. И Oasis, по-моему, сейчас вся фантазия в голове подутихла. Ну, остается только сейчас как-то импровизировать, пытаться после вот отдачи 9-го раунда. Ой-ой-ой, трехочковая баночка. Я жду от Литла включения в игру. И вот так вот. И наценить еще. Смотрите, Aces уже все были на закрытом, когда Литл давал инфу, только Литл не убил. Торнадо. И опачки, вывозит, забирает Миниска. Отлично. Смена девайса. Ну, ап по факту защищен. Ситуация 3 в 3. Самое главное сейчас это... сыграть звену снизу. Да, звено снизу играет, но парное выбивание. Мичу в паре с Лурдом справляются с Тихоном, Флаем. Сразу же в шоке. Торнадо, что делать? Суппортит низу. Так, двери открываются. Он пытается зажимать. Ну, вот угадывает один в один, но Мичу дает третий минус, разменивает. И, как видим, все заканчивается 9-м раундом для Mid Makers. Так, тут уже, по-моему, начинает работать пертость. Игроки... Мум чувствует себя, скорее всего, крайне эффективно, крайне уверенно. Кстати, следующая встреча, которую мы с вами будем смотреть, не забываем. Это будет матч команды Майами, команды Кик. Вот там тоже, в принципе, должна быть равная борьба. Но, знаете, сегодня попытавшись прогнозировать на этот матч хоть как какой-то счет, я уже боюсь, что вообще пытался это делать, потому что Aces какие-то не свои. То ли они от Alternate еще не отошли после Миража. Но, знаете, репутация команды, которая играет в Стар-серии просто для того, чтобы остаться в Стар-серии, они уже себе эту репутацию приобрели в прошлых сезонах. И некоторые игроки тоже, так что... Вот, наверное, мне кажется, они с СССР поменяются просто в конце сезона, если будут стыки. Выход на Литла, Миниск не выходит под маяк. 4 в 4. Ошибаются Mid Makers при попытке разыграть красиво. Но, тем не менее, попытка достойная. Выход ап, Лурд, красный в будке. Ах, выцепляет все-таки флай, не давай ему стрелять с пистолета. Остается нереально краснющий. Литл изолирует гранатой, флешкой. Ну, вот где же бомб кэрри, я не вижу. А это Лурд и есть бомб кэрри, жесть. Красный Торнадо пытается играть нагло, убивает. Тихон на подхвате, минус будка. Ковальский последний в пленте. Литл выходит с девятки, падает. И Ковальский остается один в одного. Видит будку, спрей Ковальский! Ёшкин шкот, как эйсы зашибаются. На ровном месте снова падают. Как в первом пистолетном раунде от Миниска, так и здесь от Ковальского. Какая... Вот один чувак взял, доминировал всех. Это жесть. Почему Литл не чекал плент, когда... Почему он не услышал бомбу, которую Ковальский поднимал? И почему просто не чекал точку? Почему он так, так уверенно выходил и продолжал чекать А? Ковальский в роли табуретки выступает. На 13-м раунде сейчас подсаживают Лурда, который, в принципе, без проблем забирается на скалу. И эффективный, по-моему, сейчас будет антиэко в исполнении Mid Makers. Так, Тихон. Тихон не показал стрельбы против Миниска, но минус 50 сделал. Торнадо также подскользнулся об Миниска. Ну просто жесть, какие фраги сейчас выходят вот для польской команды. Ковальский, чекмейна, красный ящик. Все, забирает за красным Литло. Ну и Флай вместе с Эйра остаются вдвоем. Это лишь вопрос времени, когда их убьют.
каждый ищет, в принципе, приключения по-своему. Ну и кто же последний герой? Последний герой будет Fly. ПКК. Его пушат со всех сторон и ничего не отпускает. 11-2. Короче, изнасилование от команды MeetYouMakers. Я не знаю, что с Aces не так. Начали за сильную сторону. Карта, на которой драли шведов. Ну, по крайней мере, играли реально в качественный Counter-Strike. И такая вот досадная игра. Как смотришь, вот такое ощущение, что им двойку сегодня в школе поставили. Шутка, в универе. На самом деле, там уже все взрослые, все работают, если я не ошибаюсь. Ну, кто-то может учиться на... Заканчивает университет. И... Может, от этого нет времени на тренировки. Но в любом случае, сегодня явно факт, что Aces просто выглядят как... Именно как. А как что, я вам не скажу. 4 в 4. Одна минута до конца раунда, поляки уже на рампах просто всей своей бригадой туда вышли. Лурт на нуле. Ну, короче, фулл контроль со всех сторон у поляков. Лурт еще сейчас с дверью развлекается. Ну, пытается развести на экшен кого-то из Aces, но все ушли сейчас в пассивный деф. И польский слоу-плей пока ничего конкретного нам не показывает. Миниск пошел давить нижний. Флэш ждет выход под маяк. Его нет, тихон справляется с миниском. Плент Мичу пережимает. Бомба падает в точке. Торнадо подцепляет с длинного. И, по-моему, сейчас будет играться эпичный заход с двух сторон на Торнадо. Но он умудряется попасть по лурду. И вот она игра. Вот она игра, которая уже похожа и достойна. Достойной игры команды Star серии. Вот сейчас сыграли очень четко Aces и терпят иноцента, ждут. Вот если Ковальский три кабины разваливал, то этот парень вряд ли здесь двоих заберет. Но видите, то, что ситуация не для него, и он очень-очень увлечен тем, что очень увлечен сейчас был не Литлом, а Флаем, который находился на рампах, где закончилось все плохо. 3-11, Aces все-таки 4 очка попытаются взять. Но вторая половина, я даже предсказывать не хочу, как начнется, какая она будет, потому что тут непонятно. Могут ли те, могут ли эти. Дефенс буквально... Ну, дефенс команды Aces явно не подходит под атакующую и нападающую силу польского коллектива. Вот если с непами, опять-таки повторяюсь, если работало, то здесь не очень. Тем не менее, ошибаются MeetYouMakers. Но вот видно, что уже в последнем раунде самоуверенно действует... В сторону длинного, пытаясь забрить как-то ангар, и попадают опять-таки на численное преимущество соперника. Ну и техника, естественно, стрельбы Aces здесь не подводит, когда ситуация АБЦшная. Тем не менее, 3 в 4, и есть шансы хорошие побороться. Так, тихон на два фронта работает. А где же третий? Третий идет по улице вместе с ними, Миниск. Ну вот на нем, наверное, мы сейчас и сосредоточим наше внимание. Лурд. Вот Миниска сейчас нормально мансанули. Не врубился он, то что будет стоять игрок с мейна. Остается лурд последний. Ну что ж, старичок тряхнет стариной или... Нет, нет, забирает. Все-таки 11-4, и Aces берут свои 4 раунда в первой половине. Но за... Я бы порадовался, если бы они играли за атаку, а не за защиту. Поэтому радоваться не будем. Будем просто сейчас смело плакать, так как что будет дальше, нам тоже непонятно. Ну, либо смогут, либо не очень. Но в любом случае пистики будут важными. Самыми важными. Составы команд еще раз на ваших экранах. MeetYouMakers, Лурд, Мичу, Гиперминиск, Иноцент, Эйс, Сайра, Литл, Торнадо, Тихон. Флай, вот ник у Тихона, конечно, интересный. Мы все думали Тиксон, Тиксон, а потом какая-то его, какие-то его друзья начали спамить. Это не Тиксон, это Тихон, это Тихон. Ну, парень, который делает все по-тихому. В игре, кстати, пока у него тоже все по-тихому, 7 на 13, как видим. Вообще статистика впечатляет. Вот Торнадо удивил за первую половину, 14-13. Литл 9 на 12, вообще единственная плюсовая статистика Торнадо. Но вот у поляков Миниск просто блеснул. 19 на 8, 17 на 9 Ковальский. Вот эти два парня в первой половине самые нереальные ситуации вытаскивали. Лурд 12 на 7. Ну и дальше уже идут игроки второго плана. Так мы их обычно называем. Которые выполняют функцию выйти и попытаться попасть. Так, ну Aces пытаются ответить тем же, чем ответили игроки польской команды. Но в итоге, посмотрите, если поляки выходили против троих на рампы и не потерпели, то здесь... Aces против двоих уже потерпели. Потеряли аэро, прошли под маяк. Ковальский просто давит, спокойно, с респа. И никто не смотрит туда. Лурд
Также красный присутствует здесь. Флай не знает то, что лурд находится на маяке. 2 в 4. Литл разваливает поджим от Мичу. Ну вот холд это правильно. И опачки! Литл дает ответку польским. Польским просто маньякам, которые давали жару. Ну смотрим, что скажет Иноцент. Ну бомбе сейчас без разницы, куда идти. На Б Литл просто в маяке. И самая главная задача подловить. Ну вот бомба сейчас будет проходить вниз. Слышал Иноцент бомбу снизу. Это может сейчас быть ошибкой. Очень большой ошибкой. Да, 1-1. 1-1. Литл против Иноцента. Нет дефьюзов, поэтому надо выходить на пуш. Литл либо будет убегать, либо будет выигрывать раунд. Ну, дефузить, конечно, без китов это вообще страшное дело. Пытаются перестреляться. Перестрелять друг друга игроки. Литл разваливает. Разваливает Иноцента на бомбе. Берет этот раунд. Минус 4 в исполнении Анатолия Яшина и... 5-11. 5-11. Какая-то надежда на борьбу для фанатов российской команды. Хоть чуть-чуть. Хоть что-то. Хоть что-то, но есть. Ну, в общем, тем же ответил Литл, чем пытался взять Минск в первой половине. В итоге поляки берут ЦЗшки. Ну, сказать то, что без борьбы Aces выиграли, это все равно, что ничего не сказать. Неординарная ситуация, опять же. И вот в индивидуальном плане тот же Иноцент сыграл крайне эффективно, но чутка не успел по таймингу просчитать бомб кэрри, который был снизу. Литл умело отвлек внимание. Ну что же, сходные позиции польской команды. Маяк, окна, Ковальский, Лурд, мечущая Крамп, вернее, игра до контакта. Миниск уже находит, ищет части по улице, знает о том, что флай прошел в длинный. Попытка реализации Дигла оставила его без 50 хп и... Ну, Дигл против Глока, конечно, здесь с Литлом. Не очень важная штука. Ну и выход на Мичу. Успевает уйти. Ну ничего, Aces будут выходить в вилку. Пять в четыре. Иноцент. Ну, поляки вот такие ребята. Сейчас пытаются растянуть команду Aces. И, в принципе, у них их растянуть получилось. По-моему, более даже чем. В итоге выходит Мичу с рампов. Падает бомба. Подбирает девайс. Джейс падает тело. Литл остается один в живых. И его задача сыграть по улице. Убить Миниска так и не была выполнена в этом раунде. Посмотрите внимательно. Короче, Aces потерялись. Вот потеряли одного. Потеряли второго. И сразу разбежались по карте, чтобы как-то закрыть эти дырки. В итоге поляки только этого и ожидали. При том, что каждый, кто сыграл на минус, не полез дальше на рожон, а просто убежал и засейвился. В итоге 12-5. Вот Aces, сыграв потрясающую пистолетку, благодаря Литлу не смогли все-таки оправдать наших ожиданий на 17-м раунде. И отдались пистолетом. Ну, теперь будет, наверное... Ну, теперь полякам остается только потушить Aces, и все. Там уже бомбить будет. И, скорее всего, сейчас дисциплинарные действия мы увидим от этих парней. Знаете, у русских команд часто бывает, когда вот не получилось раз-два, начинается... Не русские фильмы, а начинается просто вышел, умер, вышел, умер, вышел, умер. Вот. Ну и здесь может быть то же самое. Какой-то, конечно, разнобойный матч. Вот в двух матчах, в которых, казалось бы, интрига должна была быть совсем нечеловеческой, мы ее тупо не увидели. Вау, вау, вот это холд от вообще команды Aces просто. Литл, Литл, ой-ой-ой, ой-ой-ой, Ковальский. Ковальский, ты просто космос! I love you, man! Easy peasy lemon squeezy, сказал сейчас Ковальский. Давайте смотреть, что будут делать поляки дальше после... Ну вот, фейл на фейле, улицы, Миниск принимает. И его начинает нормально простреливать, 66 остается. Посмотрите, Ковальский выходит с Миниском. Вот сейчас будет интересный момент на улице. Номер 0 проходит, Ковальский минус торнадо мстит. Миниск отбрывает две головы! Мэн, еще третья башка сдегла. Е-е-е-е-е, это просто unbelievable. Они что, договорняк играют? Я не понимаю, как он попадает эти три патрона. Но остается Литл, который пытается понять, почему его команда опять умирает вся в одном месте. Дается потащить, два в одного, тем не менее. Но будет тяжело. Будет тяжело, пойдет в длинный.
длинный пошел, шапку нашел. Не, ну тут на самом деле, как будет Aces, да, Литл? В длинный пошел, бомбу нашел, но он, по-моему, не понимает то, что бомба реально лежит в длинном и сейчас идет вот на рогах. Так, Ковальский уходит на релат, Литл. Ну, в любом случае, Литл, если будет проходить, получает пулю в лоб и попадает в перекрестный огонь в одной из двух попыток забрать эту бомбу. 13-6, короче, борода просто. Борода и не матч, я не знаю, извиняюсь за мой не очень... русский язык в комментировании сегодняшних матчей, но когда ты видишь такое и видишь это два матча подряд, а потом это продолжаться, если будет... Нет, вот если это будет продолжаться, мне вызовут, наверное, людей в белых халатах, и я пойду гулять с ними. На самом деле там хвост в арене сидит с фаником, вот. И ищут компании. Так что, эх. Залипнул с дотерами в честь такого игрового дня. Ладно, тем не менее, изнасилование продолжается, как я понял. Команда Aces просто сейчас должна петь песню группы Nirvana Rape Me и... Rape me, my Poland friend, yeah. И наслаждаться этим матчем. Ну, явно тут... Так, тихон, перетяжка. Так, ну, видимо, все-таки Aces определились, что хотят пройти улицу. Ну, посмотрите, какие тайминги гранат у Ковальского. Как она сейчас залетела в флай. Тот аж был ошарашен явно этой гранаткой. Она его, конечно, не задела, но тем, что вот четко понимают Midyomakers, где находятся Aces и что происходит на карте со стороны атаки, это факт. И пока этот факт становится, наверное, наказанием для тузов. Ну что, все, есть игрок под маяком. Два на улице, готовы ворваться мейн. Айр должен был хотя бы хоть флешку какую-то дать и выйти. Торнадо проходит на рампу, мячу ничего не подозревает. И чекает в тайминг просто, но тем не менее, умирает. Влетают флешки, все белое. Врыв на Лурда, Лурд пытается собирать. Не вышло, но тут уже двоих в ряд можно было ловить сейчас. И на центу справился Сейра. Торнадо пытается бороться, и в перекрестный огонь попадает суппортящий Ковальский. Ну вот здесь идеально по размерам, конечно, на пленте сейчас. Закрыли и сыграли свои роли плавные. Но вы видели, как вот только-только игрок выходит под 9. Мичу сразу поворачивается, смотрит. Тупо знал. Тупо знал, сколько секунд чувак будет идти по улице и проходить на шифте. То, что не полезли в маяк, конечно, тоже минус огромный. Но, тем не менее, вот убили и залезли. Но если бы с маяка начали проходить, Мичу бы там развлекался, наверное, как хотел. Ну и вновь пистолет от польской команды. Я снова буду, наверное, смотреть за этим парнем, потому что именно мини-сисик нас всех всегда радовал. И сейчас он, наверное, готов порадовать Флая и Литла в длинном. Но сомнительно, что мы увидим прям хедшот хедшотом. Вот нормально попадает две пули, третьей не хватает, чтобы забрать Флая. Решает второй армор. Aces 5 в 3. 5 в 3, и посмотрите, игра не затяжной раунд, со своей стороны не растянутый, вроде получается. Ну вот они, первые русские фильмы начинают приходить, как Никита Михалков. Неожиданно Ковальский подловил, нашел себе жертву. Так, посмотрите, 3 на рампах, 2 на, иноцент просто ждет длинный. Ну вот иноцент, если будет сидеть до последнего момента и... Не, Флай в длинном он, по-моему, убивает, нет, открывается совсем на тех парней, красные игроки остаются в живых, ну и... Посмотрим, что покажет Ковальский. Опа! Ну, 5 на 12 у Ковальского в стеке. Оружие, вернее, уже 12 на 5. Перезарядился. Два красных игрока. Один красный тихон. Лежит девайс. Ковальский боится, что его обходят. И не зря боится. Как видим, игрок атаки его уже обошел. И флай наказывает его в последний момент. Ну, не туда посмотрел Ковальский. Хотя понимал, что где-то в спине вот может будет. 13-8. В общем, Aces хоть как-то выравнивает сейчас ситуацию. И видно то, что пытаются собраться и найти свою игру. Если найдут свою игру, то, несомненно, это будет, наверное, самое лучшее, что нам сегодня придется увидеть. Поляки опять берут ЦЗшки, у них двойка с ЦЗшками. Но следующий точно покупают, и, скорее всего, будет АВП. Так, торнадо не долетает. До скалы со второй попытки тоже этого у него не удается сделать. Давай еще разок. Давай. Али, опа! Ну, торнадо. Ну, давай, два на покойника, третий не лишний. Ну, куда ты? Ну, давай, давай, давай. Бог любит троицу. Нет, все, решил не запрыгивать больше туда. Торнадо. Ну, и мы видим то, что польская команда подготовила позиционный захват и перехват вообще. Любой вылазки на апленд. Но на рампах
Бьюсь об заклад, да, Aerodynamics сыграет очень четко. Минус лурд сходу должно было быть. Да, залетает. Белый, тем не менее, пытается выйти на верочку, дожидается тиммейта. Все, поляки, в принципе, не ожидали этого. Хотя вот Мичу тут нормально полез, и на цент перекрестный огонь. Выпад в упор. Айра головой на цент, жесть, 2 в 2. И это 2 в 2, какая жесть. Вот снова на те же грабли, Эйсос, вышли же втроем. Зачем по одному идете забирать? Зачем ты лезешь на него? Забудь про него, выходите вниз. Ставьте бомбу, они сами к вам придут. Ну и в итоге сами себе проблем на ровном месте находит команда Эйсос. На самом деле это очень плохо. Иноцент просто ждет, бомба не стоит, Ковальский чекает, еще одна флешка. Опа, флай. Удачно зашел посмотреть на Иноцента. Тихон прячется, Ковальский, в принципе, здесь уже жертва очень легкая. И, по-моему, к нему сейчас залетит бомбалейла. И смотрите-ка, нет. Живет, живет, но недолго. 13-9. Смотрим статистику и Aces. 20-17, 19-18 торнадо. Вот у Литл, конечно... Первый по фрагам, молодец. 42 очка, 40 очков. Торнадо, флай 34, не добирает флай. Вот помню, как он давал жару на матче с Непами. Здесь он явно не добирает. Ну и будет ли это камбэк или нет, я не знаю. Но мне бы очень хотелось увидеть ультрауверенную игру. Так, давайте смотреть. Ой, так, Иноцент, игра в пленте, лурд, маяк. Да, под маяком. Смотрите, решили отдать улицу сейчас игроки из Мидьюмейкерс. Ну, забили, да, оставили Ковальского, пускай лучше играть до контакта. Вот сейчас что-то новое готовит Aces. Это раскидка апланта, по-моему. Да, она даже не тайминговая, не быстрая. Это просто выход моментальный на точку под раскидку кучи флешек. Но поляки просто от них отвернулись, я не знаю. И шансы, то, что сейчас что-то произойдет сверхъестественное со стороны Aces, вообще никаких шансов нет. Ну, видите, что произошло. Aces раскидали очень-очень четко, но поляки были к этому готовы. Каждый игрок это вернулся. Сыграла каждая позиция, кроме позиции на центре. И, в общем-то, Aces не вышли на аплент 14-9. Ну, поборолись. Поборолись, можно сказать. Напомню вам, что коэффициент на эту игру был следующий. 3.42 на eGamingBet. Был КФ на Aces. И на Mitiomakers был 1.2. То есть шансы то, что потащат... Нюк Aces были, но были они, по-моему, маленькие. Но я на самом деле думал, что Aces, вот перед матчем, честно скажу, думал то, что они сыграют намного лучше, намного жестче, и счет будет 14-9 не в пользу Mitiomakers. Ну, видно, что мим не сдаются, Старладдер единственное, что осталось для них сейчас самое важное. Так, раскидочка. Улица Ковальский, минус флай. Идеальный тайминг ловит Ковальский и давит двоих игроков нападения. Торнадо флай падает. На плинте халява не зашла, и Иноцент просто ждет Тихона как... Опа, и Тихон! Красава! Забивать Иноцента на, но это был такой, знаете, проходной фраг. И вот непроходной фраг был сейчас на рампах. Убили Мичу лурд против Литла. 4 хп. Тут еще и мини-сисик с ним. Вот это да, вот просто как же просто кровожадно хочет Литл выжить. Минского не смог добить. Ну и АВП плюс кольт. Ну это сейф девайсов, скорее всего. Но если рискнут выбивать, тоже... Тоже неплохой вариант. Но выбивать через АВП и выбивать без преимущества численного, это очень тяжело. Но вот вся ситуация привела к тому, что не законтролили вначале улицу. Казалось бы, правильное вроде бы решение, но все было сделано зря. Так, ну что ж. Пытается Минис уйти, и ой-ой-ой, почти ушел, но не дали все-таки в последний момент. Дым, обратите внимание, какой был. Вот если бы чуть-чуть, если бы чуть-чуть его где-то сюда положили, то можно было бы... Ну, один бы сидел дефузил, второй бы сидел и стрелял. Главное, чтобы звук дефуза был одновременно со звуком выстрела АВП. Это бы озадачило игрока в коротком. 10-14, Aces пока что не теряют шансов на камбэк, и Mitiomakers становятся все более и более податливыми к действиям Aces. Так, но опять пистолеты, и вот сразу мне становится страшно за российскую команду, потому что у поляков пистолеты нереально суровые. Очень грубо играют эти парни. Да, в Катовицу эта команда не прошла, друзья, но бьюсь об заклад, если бы прошла, было бы интересно посмотреть на лан сопротивления. Вообще мы со Страйком недавно, вот после...
какого-то матча команды МИМ на StarLadder'е, мы решили просто их разобрать и понять вообще, с чем мы имеем дело, да, в этом... Так вот, в этом составе на самом-то деле, Лурд тянет за собой просто всю банду. Ну, не то чтобы всю банду прям, да, там есть действительно талантливые игроки. Ну, вот Минис, Ковальский, пожалуйста, да, в этом матче выделяются, но... По ситуациям игровым, например, я тут солидарен со Страйком полностью. То, что нехватка просто полная. Вот трое играют, двое что делают, непонятно. Смотрят рамп. Когда трое обыгрывают вражескую команду, двое по-прежнему смотрят рамп. Вот. Не сошлись. Не сыгрались еще, по-моему, некоторые игроки в этой команде. Но, тем не менее, прогресс в плане побед с их стороны налицо. Обидно, конечно, что в Катовице квоту не смогли взять. Для них, как для польской команды, это очень плохо. И почему, кстати, я так и не понял вообще этого прикола, почему не дали полякам квалифицироваться аж два раза на чемпионат. Зачем, почему не сделали польской квалификации? У них же там играет где-то 6 команд, и из них 3 имеют спонсоров и зарплаты. Ну, это вот ВП, МУМ и еще кто-то там. И почему они играли всеобщую квалификацию, непонятно. Ладно, Миниск. Обошел Литл. Все, не зашел в мейн сплита, не получается. Если эйсы сейчас рискнут раскидать и выйти, то это будет, конечно, решение, так сказать, с яйцами, но оно будет ничем не подкреплено. По факту решит все стрельба. Опять же, полякам сейчас по барабану, на все флешки, на все дымы. Эйсы, по-моему, решили до контакта распилить в этом раунде. Ожидание продолжается. Прострел Миниска на Верочку Флай. Нереально. Нереально просто. А прострелю-ка я случайно. Попаду-ка, может быть. И вот, наверное, следуя такой логике, Флай разменял своего тиммейта Анатолия, который упал на улице. Но еще ничего не закончено, ничего не решено. 40 секунд до конца раунда. У Meteomakers появляются какие-то темные мысли. Ну вот если поняли, что с небольшой паузой атаковать против поляков поудобнее, чем выходить сразу. Но тем не менее, сейчас они совершают очевидную раскидку Апланта. Пугают польскую команду, те понимают, что ой-ой-ой, это оно. На самом деле вы видели, что произошло. Тройка разворачивается и уходит на инсайд. Лут один на закрытом. У него взлетает граната, он убивает двух игроков. ВСС игра. Как вот невнимательно играют при контактной перестрелке? Ну что за беда? 15-11. Опять же на ровном месте упали. Так метнули, так красиво зашли, четко вышли вниз и не смогли справиться с одним лурдом, потому что бежали. Бежали, наверное, и считали звезды на небе. Плохо. Плохо как-то. Ну и ничеечка есть. У Meteomakers 4 матчпоинта, собственно говоря. И, по-моему, они возьмут. Вот 11 раундов они также взяли и у команды NIP. Но это не говорит о том, что Meteomakers играют так же, как Ник эту карту. Так что... Ого! Вот это, конечно... Ну, тут габелка. Габелкой попахивает, друзья. Вот такую вот аркаду от мячу сейчас Aces проворонили, и это, по-моему, оставит негативное впечатление. Зато Fly успел выйти на закрытый. Но слишком самоуверенно действовал. Знал то, что был поджим радио. Он, наверное, подумал то, что игроки защиты остались стоять на радио играть до контакта, но не тут-то было. Поляки вернулись в исходочку, и эта исходочка, в принципе, зарешала. Ну что, 12, 15 и 88 хп. У трех игроков команды Aces падает 100-хиповый, практически 100-хиповый Литл. И, ну, песенка у парней спета явно. Можем готовиться теоретически уже к следующему матчу, друзья. Это будет Майам против команды Кик из Португалии. Ну и команде Aces, конечно, тоже респект, но я надеялся, что в этом матче они выиграют. А вот Meteomakers можно поздравить. В этой встрече они наконец-то выигрывают свои первые очки на StarLadder'е. И плюс 3 у них есть в таблице. Добавляется к их 4 поражениям, друзья. Ну что ж, Майам против Кик через несколько минут. Далеко не уходите, оставайтесь с нами.